Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю красивую, сочную и изумительно вкусную запеканку из овощей с фаршем. Такая запеканка чудесно подойдет на обед или ужин. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о такой запеканке. Не забываем ставить лайки. Давайте начнем готовить! Для начала к фаршу на крупной терке натираю лук. Сюда же добавляю манку, соль, перец черный молотый. Это вы добавляете по своему вкусу и все перемешиваю. Подготовленный фарш накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник на 20 минут. Цветную капусту нужно разделить на соцветия. Постарайтесь разделять так, чтобы соцветия были одинаковые по размеру. Капусту я уже подготовила. Тем временем вода у меня уже закипела. Воду нужно посолить. И в кипящую воду я закладываю капусту. И с момента закипания капусту я проварю приблизительно 5-7 минут. Капусту я подготовила. Я ее переложила на дуршлаг. Капусту пока отставляю. А сейчас лук нужно мелко нарезать. Сладкий перец нарезаю на средний по размеру кубик. Морковку натираю на крупной терке. Нарезанный лук нужно обжарить на растительном масле до легкого золотистого цвета. Лук у меня уже позолотился. К луку я добавляю перец с морковкой и все обжарю приблизительно 5 минут. К подготовленному фаршу я добавляю обжаренные овощи и все перемешиваю. Начинку нужно еще немножко посолить, добавить перец черный молотый, также добавляю яйцо, нарезанную свежую петрушку, на мелкой терке натираю чеснок и все перемешиваю. Запеканку я буду готовить в разъемной форме. Диаметр моей формы 24 сантиметра. Конечно, запеканку более удобно готовить в цельной форме, потому что ничего не потекает. Но из разъемной формы ее более удобно доставать. Поэтому я выбрала разъемную форму. Дно формы я застелила пергаментной бумагой. И бока формы я немножко смазала растительным маслом. И для того, чтобы ничего не потекало, внизу форму я вот таким вот образом обмотала пищевой фольгой. Подготовленную начинку я выкладываю в форму и равномерно распределяю ее по форме. Сверху выкладываю соцветия цветной капусты. Куриные яйца нужно немножко посолить, добавить перец черный молотый и слегка взбить венчиком. Взбитые яйца я переложила в кондитерский мешок и теперь очень аккуратно выливаю их на запеканку. Thank you.
Запеканку я полностью сформировала. Отправляю ее в разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут. Запеканку я достала из духовки. Сверху капусту смазываю сметаной. Запеканку сверху присыпаю натертым на мелкой терке сыром и снова отправляю в духовку на минут 15. Запеканку я достала из духовки, оставляю ее в форме. Нужно, чтобы она остыла до теплого состояния. Запеканка из овощей с фаршем готова! Вот такая чудесная получилась запеканка. Она подрумянилась, очень ароматная. Сейчас я запеканку разрежу и покажу вам, какой запеканка получилась в разрезе. Вот так запеканка выглядит в разрезе. Она очень сочная, нежная и очень вкусная. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления запеканки и вы ее приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!